Татьяна и Максим в этом сезоне в очередной раз будут штурмовать титул чемпионов мира. В прошлом году совсем немного им не хватило, вернее, в этом году на чемпионате мира в Ницце совсем немного не хватило. 11 сотых уступили они Савченко и Шелковы. По сумме двух программ при этом выиграли, с блеском выиграли произвольную. Ну, на этом этапе на Skate America мы с вами увидели новые программы этой пары. Программы очень интересные. Не все пока получилось у фигуристов, поскольку сезон только начинается. Но, тем не менее, то, что они продемонстрировали, им оказалось вполне достаточно для того, чтобы убедительно выиграть этот турнир. Передили они китайцев Пан Цзинь и Тун Цзянь, в итоге где-то почти на 10 баллов по сумме двух программ. Татьяна Волосожар, Максим Траньков, двукратные вице-чемпионы мира, действующие чемпионы Европы, победители. Впервые они побеждают на турнире Skate America, но впервые участвуют в этих соревнованиях.